Всем привет, ребята, с вами я, Никита, и вы на моем канале. Сегодня у нас такое праздничное видео, так как новым автобусом в Орле ЛиАЗ 5292.67 исполнился ровно год. Ровно год того, то, что они существуют в нашем городе. Напомню, закуплено 48 штук. На линию уходит в районе 32 автобусов. Итак, вон он, едет наш автобус новый. Один из новых. 099. Но прекрасненький. Правда, еще он как заяц. Спрятался в снегу. Так, ребята, что хочу сказать по поводу этих автобусов. Автобусы эти очень хорошие. Они теплые, они, так сказать, современные. Современная печка, современное отопление. И все в этих автобусах современное. Современная система управления. И вообще многое. Вот мне, если честно, по душе, ну, 7 из 10. Но троллейбусы у меня на 2 миллиарда из 10. Поэтому, ребята, если в Орле встретите такие белые автобусы, можете на них прокатиться. Потому что, ну, блин, они очень классные. У них все современное, жалко, нету USB-зарядок. Этим автобусом ровно год исполнился, несколько дней назад. Всего записываю я 8 декабря это видео, поэтому как-то так. А год им исполнился с 1, 2, 3 декабря. То есть я немного опоздал, но ничего страшного. Что еще могу сказать про эти автобусы? Автобусы эти с электронным табло, с включенным хорошим ГЛОНАССом. То есть они еще вот газовые, как можете видеть. Тут есть дырка, в которой хранятся баллоны. Они сейчас вот еще белые стали, потому что зима. Вот работают эти маршруты, вот автобусы, точнее, на 9 маршруте. Также работают еще на 15, на 16 и на 59. 1, 2, 3 автобуса работают. Ребята, вот если честно, эти автобусы, они, ну, очень хорошие, они классные, прикольные. И многим они нравятся в сердце, они многим нравятся, и они во многих сердцах транспортников, в моем том же случае. Но из-за того, то, что они хотели прийти на замену тралликам, это не очень клево. Поэтому вот не нравятся они мне из-за того, то, что они хотели прийти на смену тралликам. Вот он стоит. ЛиАЗ сейчас отдыхает, 5292.67. Поэтому, ребята, делайте выводы. То, что эти автобусы, ну, очень классные. Ну, а теперь смотрите все фото с этими автобусами. Приятного просмотра. Ой, она топ во всех традициях. Ой, ее цель столица. Она не верит в любовь. Эй, тупица. Ой, дай денег, даст любиться. Ой, оу, мисс, плиз, я плачу. Если хочет чупа-чуп, нужны деньги, намучу. Она сушит, намочу. Я как сам.
самый лучший блогер. Нужные траблы нагручу, и залетит, залечу. Хочет днем, моя ночью. Она плачет, я плачу. Но если часто сует нос, я его укорочу. Нету денег, заплачу. Ведь у денег нету чувств. Если она, я заплачу. Пару скрытых, будто твои опоры. Пара дару, тебя мониторю. Твой триггер, это парни барри. Ищу предлог, чтобы найти тут корень. Бум. Она хочет меня с перегаром. Я будто бы с ней угораю. Чтобы игра была в ничью. Выпей за встречу. Она не нуждается в твоих бабках. Ей не важно, сколько у тебя кэша. Но есть единственный факт. Деньги показатель твоего веса. Насколько ты интересен. Будь проще, она хочет доверия. Без критической агрессии. Геометрической прогрессии. Может быть, у нее не было отца. И она ищет наглеца. Дай ей тепло, любовь, пойми ее. И она будет радоваться. Главное начать. Есть деньги, оставь начать. На них не холодно, не горячо. Oh, please, please, я плачу. Если хочет, чупачу. Нужные деньги намучу. Она сушит, намочу. Я как самый лучший блогер. Нужные траблы нагручу. И залетит, залечу. Хочет днем, а я ночью. Она плачет, я плачу. Но если часто сует нос, я его укорочу. Нету денег, заплачу. Ведь у денег нету чувств. Завожу машину, не смотрю назад.